фотографировать, да? На лошади. О, молодец. За два шарика. А чупа-чуп, скажи, я лучше чупа-чуп съела, да, Вероника? Ну, неужели такая же наша была? Вообще малюсенькая. Вероника Овен, Марина Близнец и мой лев. Ника такие коллекционирует, это из стекла. Вот смотрите, как все вкусно у Лёши. Друзья, всем доброе утро. У нас сегодня 8 июля и Белозерский день города. По идее, два дня должны отмечать. Но салют сегодня. Мы гуляем, я, мама и девочки, Марина и Вероника. И мы уже подходим к центру и вот обсуждаем, что ярмарка небольшая. Обычно по всей улице было, да, во всю улицу было. Сейчас вот, ну я покажу сейчас. Немного палаток. Да, раньше вот прям здесь везде были палаточки, а теперь я вижу очень-очень далеко, прям очень далеко. Мы сейчас поближе подойдем. Это Магнит косметик. Я, кстати, не перекрасилась. Думала, будет плохая погода, и мы не пойдем гулять. Но погода распогодилась, даже жарко. Здесь можно купить шаверму. Шаурма. Здесь шаурма это называется? Шаверма в Питере, здесь какая-то шаурма, наверное, называют. Сейчас посмотрим, что здесь. Вот мы уже видим батуты. Вот и посиделки. Что-то присматривают. Масло. Сладкая вата. Ой, черепахи, точно. Мы же здесь нашу Наташу купили. Какие малюсенькие. Неужели такая же наша была? Вообще малюсенькая. Нет. Конечно, хорошенькие. Да. Они очень маленькие. Еще черепахи. Уже какие они маленькие. Неужели наши такие же были? Потом пройдешь не отдам. Тебе и дома сидишь? Они очень маленькие. Она, наверное, как это, жучок. Она очень маленькая. Мам, покупай. Девчонки очень хотят. Свои черепахи, подружку. Или друга. Масло. Нет, какое масло? Мёд. То, что в поллитровой только осталось. Лошадки. Лошадки, мам, видели? Это не наши лошади, не те, которые мы сегодня встречали. Пони малюсенькие. Вероника все села на лошадь, поехала. Быстро покатали. А можно сфотографировать, да, на лошади?
Смотрите, что мы заметили с мамой. Вывеску поменяли. Мы на днях обсуждали, что она здесь ободранная висела. Я ее даже снимать не стала. Сейчас поменяли. Надо было снять, чтобы разницу показать. А я ее тогда снимать, мама, не стала, слышите? А теперь думаю, надо было снять, чтобы разницу показать. Такая ободранная была. В голубых тонах. Мама, может, вокруг воды пройдем, нет? Или потом? Они в парк, наверное, решили. Вот Вероника на лошадке уже покаталась. Яблочки. Фрукты в карамели, в шоколаде. Прикольно. Мама, смотрите, у вас прям в моде эти яблочки. Не знаю, наверное, обычно яблоко в чем-то. Ну, ничего интересного, я думаю. Я думаю, просто обычное яблоко в чем-то там макают. А само по себе, наверное, оно кислое. Вот эти все игры стоят, представляете, по 300 рублей. Это я не играла в том году. Там нереально 10 шариков выбить. Ну это сложно. Мама, если только за сам процесс. 200. 6 попаданий, любая игрушка ваша. Это сложно, все равно сложно. Попробуем со всей силой. Ну я не попаду ни в одну. Да не переживай, ты, я знаю, я не попаду. Попробуй со всей силы. Так, ты... Сосредоточься, тихо, ни в кого-нибудь тихо. Не попади. Да, я слышала. Они еле летят. Мне не могу быть. Я тебе сказала. О, молодец. Все равно молодец. Шарик возьми. Заработаем шарик. Я думала, он даст 10 дротиков, и из них надо 6 раз попасть. 6. Ровно 6. Я же говорю, там надо вот и до попасть. Вот это белозерские ряды. А что, батуты? Ага, какой малюсенький. Это туда даже это Стас не влезет. Это сложно. Здесь даже взрослые попасть не могут. Вот посмотри, как они играют. Они не попадут. Шаг назад. А, попал, значит, шаг назад. Это очень сложно, Ника, я говорю, ты молодец. Видишь, как ты, из 6 два раза. Чупа-чупс. За два шарика чупа-чупс. А чупа-чупс, скажи, я лучше чупа-чупс бы съела, да, Вероника? Чем это шарик? Беспроигрышный, потому что если ты не попала, они всегда дают какую-то эту штучку маленькую. Сколько лотерея стоит? В этом году все по 300. Ну да. Любая лотерея 300 рублей. Я дома такая. Они уже договорились между собой, что не дешевле, чем 300 рублей. А да, а выиграть практически невозможно. Я вообще не знаю, наверное, вообще никто не выигрывает, мама. А где концерт? А, все, они там что-то себе уже выбрали. Сейчас у вас будет еще один шарик, мама. Мам, у меня как раз 50 рублей есть. Тут смотря какой номер тебе попадется. Там, наверное, вообще. Посмотри, там, наверное, вообще со второго поэта приз из коробки номер один. Если ты 31 флажок мыльный пузырь или так. Если это вот это, приз из коробки на это. Она детская лотерея. Детская? Ну и что, что детская? Ты тоже еще ребенок. Представляете, что нам сказали, что это детская? Нам не разрешили вообще на грюшу. Представляете, нам сказали, это детская лотерея.
Катя. Вероника у нас, видимо, уже не катит под ребенка. А там призы-то мыльные пузыри. Почему мы не против мыльных пузырей? Да, мама? Да. Посмотри, какая сцена красивая. Да, и лавочка. Сейчас сцену красиво оформили. Здесь конфет будет. На 1,14. Потому что это не тот концерт, на другой улице. Я не знаю, когда будет. 7 часов, а потом салют. Ну давайте пройдемся вот здесь и вот там, смотрите, да, и вот туда. Что-то не видно. Еще одни лошадки. Это тоже не наши лошади. Не те, которых мы снимаем все время на нашей улице. И Череповца, наверное, шли. Вот это тяжеловес такой, смотри, у нас такой. Да, вот это такой чугунный. Ой, какой. Это конь-богатырь. Ой, лапочка какая. Лапочка. Стоит такая, да, бедная. Еще одна. Смотрите, здесь целая улица тоже сувениров. Улица Советская. Сейчас по ней пройдемся. Пойдемте, да, по улице по этой? Одна-то я не хочу идти. Из серии Дергунчик, но это не Дергунчик. И даже как-то и не пройти. И корова есть, и лошадка есть. 650. Деревянный был, да? Она редкая, потому что тяжело обрабатывается, мало кто с ней работает. Она хрупкая, это сырье. Из чего это сделано? А мне нравится избушка, она курит ножку. Ну, вот, избушка есть. Казахский тут нет, и продается там кирюза. Я думаю, что они дорого стоят. А с чего они сделаны? Продают за 1000. А сколько такая черепашка? 200 рублей. Смотри, как можно Марине купить, за то, что она вышла от нас. Ну, бери это. Пройдемся, а потом купим на обратном пути. Давайте, мама, посмотрим вообще, что здесь есть. Мне хорошо посмотрела маленькая. Вот это? Ну да. Целый такие, тут лялька, ну что, да. Может, это либо там замужество, либо желание какое-то загадать, гладили низ живота и загадывали желание у кукоту. То есть были найдены такие, у которых четвертый день. Вот эти вот все хорошие. Мальчик издался. Конфетки, вкусняшки. Мастер-классы для детей. А, все, поняла, покажите. Да, скотч такой же, 100 рублей. Осторожно, у нас гипс. Какой, не разбейте аккуратно. Ну, не такой же, это была однотонность, другого материала, по-другому покрашена. Мы опоздали на концерт.
пошли. Ой, с гармошки дяденька идет, смотрите. А. Хороша, милая, та, хороша и эта та, вот и это, вот и та, не хуже той, и эта та. А поиграй повеселяй, да еще повеселяй, да еще повеселяй, да еще повеселяй. Это что же будет-то, больно рано будет-то, по-дорому, по-голову, посылают в поводу. Какая она с ума меня сведет, на нем рубашка голубая, она с ума меня сведет. Давай, земля, за нас пойдем, пусть между нами города и времена. Вероника коллекционирует кроликов. Я, наверное, в каждом видео это сказала уже. Вкусняшки. Зачем-то арочка? Фотозона? Всякие подарочные. Это хорошо вот этим иностранным друзьям дарить нашу. Ой, опять черепаха, смотрите. Люди гуляют по валу, я думаю, все в центре. Хотя это и есть центр, да, мама, я как скажу? Я раньше весь город был внутри вот этого вала, когда-то, очень много лет назад. Тысячу лет тому назад. Вот здесь вал, а здесь все мероприятия. Парк там, сцена вот там вот. Мы зашли в детский парк. Вначале хотели по валу погулять. А теперь решили голубей покормить. У нас с собой есть целый пакет семечек. Со мной, ты со мной, весь сезон,
хочу, чтобы лето не кончалось. Мы купили браслетики со знаком зодиака. Вероника Овен, Марина Близнец и мой Лев. Вот. Сейчас, Вероника, поможешь мне одеть мой, ладно? Да. Забери свои. Можешь мне одеть? Наверное, другую руку сейчас я поменяю, подожди. Ой, из-за тени правильно. Такой браслетик. Я давно хотела именно, ну, красная вот эта с веревочкой. Она же как это, бери. Все, короче, мы в сторону дома идем. Вот такая у нас прогулка сегодня вышла, но это еще, кстати, не конец дня. Мы сейчас зайдем домой, положим наши сувенирчики, вот, и вечером пойдем еще на салют, на вторую часть мероприятия. Так что всем временно, пока-пока, до следующего вечернего видео. Знаете, я иду такая и думаю, а может мне сейчас перекраситься и вторую половину праздника встретить уже с новой прической, потому что этот цвет у меня не получился. Я хотела быть светло-розовой, но видите, цвет меня не взял, я никакая не розовая. Я купила уже другую краску и попробую, короче говоря, перекраситься так, как я хотела. Белозерский фигурин, я такого не видела. Короче, я прихожу домой, думала, что такой сюрпризик будет, я тортик купила. Оказывается, Леша тоже купил. Какой-то интересный, я даже не знаю, что это такое. Это пряник? Это не пряник, наверное, значит. Ну, сян, он какой-то по слоям. Это интересный. А я купила такой, потому что мы забыли купить в провинции. Пришлось покупать обычные пятерочки, а пятерочка, вы знаете, какая она. Там ничего интересного нет. Какие-то орешки Леша купил. Еще Леша что-то готовит интересное здесь. Что? Здесь еще Леша что-то готовит интересное. У него всегда интересные блюда и что-то еще в мультиварке. Вот, это мы с чем будем кушать? Не знаю, только приготовим. У нас же день города. Это и... У нас же сегодня еще будет это ужин вечерний после салюта или что-то, знаешь? Потому что мама от радости купила бутылку. А сушку вы не готовите? Ну, много еды получается. Короче, мы как-то между собой не договорились, все понакупили всякое разное, поэтому у нас сегодня, наверное, будет двойной стол. Вот, сегодня день города, вот мы так отметим. Смотрите, какой мы Марине купили сюрпризик. Она же у нас коллекционирует черепашек. Здесь, я так поняла, маленькая черепашка и детки. Милый сувенирчик. И вот еще второй сувенирчик. Это знак зодиака у меня тоже, видишь? И у Ники знак зодиака. Покажи знак зодиака. Она снимает. Его знак зодиака. И еще покажи маленькие сувенирчики. Нам тетенька, давай все аккуратно. Обернула в газетку, чтобы мы не потеряли. Давай одну такую малюсенькую клади на руку. Господи, даже непонятно, вот что это. Это лягушка. Лягушка. Давай другую клади рядом. Вот, идите, смотрите. Ника такие коллекционирует. Это из стекла. Это что такая красота? Бери. А я купила еще в подарок. Это в подарок. Вот. Такую шкатулочку. Вот. Обычная шкатулочка, но она в подарок. Аккуратно, не разбей. Вот смотрите, как все вкусно у Лёши. Мультиварь. Лёша любит мультиварки. Что-то готовить. 200 рублей тебе еще в подарок. Мы купили такой, как сказать, небольшой сувенирчик, да, в Орёл. От мамы Кати. Наверное, может, для дачи подойдет. Видите, какой хорошенький. Это, знаете, денежный, мама. Это домовой Кузя. Вот так, да. Это значит не в огород, это можно в доме. Дома, да. Отгонять будет всяких духов. Вот. Ой, мою кепочку выложи, Вероник, дай мою кепочку. Ну, я это не буду, вещи я не показываю. Я, если только сувениры какие-нибудь. Короче, у меня пришла идея, пока мы дома отдыхаем, перекраситься. Потому что, видите, у меня не получилось цвета волос ничего. Я хотела быть светло-розовая, в итоге цвет вообще какой-то стрёмный получился. И мне еще не получилось накрутиться. У меня одна сторона накрутилась, другая нет. Короче, я не знаю, я сегодня как пугало ходила в первой половине дня. И поэтому сейчас мы пришли домой отдохнуть на пару часиков. И я попрошу
Леша меня перекрасит, потому что это вообще... Я даже взяла с собой кепку, и кепкой прикрывала эти свои волосы. Ну, не получилось, но надеюсь, сейчас будет получше. Сейчас буду Лешу просить, чтобы он меня, пожалуйста, перекрасил на вторую половину праздника. Короче, вот, эко-покраски готовы. Максим, ты все спишь? Где-то я здесь оставляла вот эту краску. Вот она. Наверное, я не успею сделать уже то, что я хотела. Потому что я хотела вначале блонд, а потом я хотела... Сейчас. А потом я хотела вот розовые концы сделать. Вот. А здесь, оказывается, целых два тюбика. Я вначале думала, почему такая большая коробка? Оказывается, здесь целых две. То есть открываешь, и тут еще две краски. Первая часть и вторая часть. Секрет идеального блонда. Ну, поэтому. И здесь даже, видите, на коробочке даже самый темный цвет перекрашивает. Потому что мой цвет все-таки блондинки. Не хочу никакого другого цвета быть. Это все. Я, короче, обратно стала желтой. Я не знаю, что это была за краска, но синяя до сих пор просвечивается, которую я на Новый год красила, если помните. Короче, вот такое осветление у меня получилось. Это только первый слой осветления. Еще должна быть основная крем-краска. Вот. В принципе, у меня сейчас такой цвет, который был изначально, до всех моих экспериментов. Кстати, сегодня у нас в гостях Марина, подружка из Белозерска. Они там сейчас очень старательно разносят квартиру. Вот. А папа приготовил супер-пупер классный суп. Я уже попробовала. Он такой насыщенный. И сейчас я девчонкам накрою здесь небольшую полянку и будем обедать. А потом, если дождик... Кстати, у нас уже дождик прошел. Вот если дождика не будет, мы вечером пойдем гулять. Ну, пока что там что-то накапало. Вот так что... День наш продолжается. Короче, вот так я девчонкам накрыла. Это вроде как супчик. Огурчик, помидорчики. Если они хотят сальса, чесночок. Вот, ждем. Сейчас буду звать к обеду девчонок. Пожелаем девчонкам приятного аппетита.